Всем привет, с вами Доскос, и я сегодня играю в Санктум. Игру жанра Tower Defense и, пожалуй, первую игру этого жанра от первого лица. По крайней мере, первую известную игру. Кто-то мне, возможно, скажет, что до этого были какие-то еще, но... Теперь-то уже появилось довольно-таки много именно в таком ключе игр этого жанра, но это стало такой первой более-менее известной, скажем так. Так, пресс, интер. Благодаря движку Unreal Engine 3, скорее всего, она стала известной, потому что... Тогда, на начало 2011 года, когда она вышла, это словосочетание Unreal Engine 3 еще было, так сказать, некой маркой уже, рекомендацией к тому, что игра будет красивой. Как вы все знаете, теперь это нифига не значит, что она будет красивой, потому что некоторые разработчики с этим движком делают просто такие ужасные творение, что хочется поливать, не знаю, яйцами носорога. Ну, в принципе, к данной игре это не относится. Вполне такая приятная графика получилась. Ну, очень узнаваемая, да, вот вы видите все эти панели, все эти поверхности. И сможете, наверное, сказать, если вы хоть чуть-чуть разбираете эти игры, что это движок Unreal Engine 3. Очень узнаваемо. Тем не менее, давайте перейдем непосредственно к геймплею. Здесь вам нужно ставить башни в строго определенных местах, которые отмечены квадратами. Вот такими вот, да. В других местах, здесь, например, вы поставить это не сможете. Зажимая левую кнопку мыши, я ставлю блок, чтобы монстры не поперлись через этот проход. Точнее, через два прохода сразу, а поперлись только через этот. На тап у нас карта. Я вот здесь вот, отсюда попрутся монстры. Это первая миссия, она не то что обучающая, но довольно-таки простая. Хотя многие жалуются... на баланс игры. Он довольно-таки кривой получился. Я это еще заметил в демоверсии. Но тогда была демоверсия, и сами понимаете, я не обратил на это особого внимания. Думал, что исправят они все это. Так, мне пока что разрешено только блоки ставить. Так, пресс Any. Также здесь есть телепорты. В долю секунды вы можете перенестись с одной точки на другую, для того, чтобы закрыть брешь в стене, например, возникшую. Так. Ну что ж, для того, чтобы разместить башню, нам сначала нужно ставить блоки. А потом в них уже ставить... одну из трех башен. Пока у нас есть Гатлинг, Лайтинг и Скеттер Лейзер. Ну, Гатлинг, вы все знаете, шестистволка. Лайтинг — это световая пушка, видимо, которая врагов убивает нагревом. И лазер. Хотя лазер тоже убивает врагов нагревом. Ладно, я лажаю. Неважно. Кроме, собственно говоря, башен, у вас есть собственное оружие. Вы можете его также улучшать на деньги, приобретенные после того, как вы отобьете волну монстров. Пока что, пожалуй. Давайте две башенки поставим. Нажимая повторно на готовую башню, вы ее улучшаете. Ладно, нажмем Enter для того, чтобы волна пошла. И посмотрим, сможем ли мы от нее отбиться. У нас несколько видов вооружения. Автомат, как вы видите. Патроны бесконечны, есть только нагрев.
который отображается справа на экране внизу в виде процентов. Все, первая волна, она довольно-таки легкая, играя на среднем уровне сложности. Если кто-то не посмотрел и будет меня винить в своей тупости, то сразу сообщаю. Так, это у нас фризинг-ган. Раньше я почему-то не замечал. Ну ладно. Давайте поставим еще один вид пушки. Лазер. И блок, я так понимаю. Нет, блок. Блок нас не поднимает, насколько я помню. Да. Блок нас не поднимает. Апгрейдим какое-нибудь оружие. А нет, у нас уже нет денег, так что просто закажем еще одну пачку монстров. Перегревается у нас постоянно винтовка. После того, как мы ее улучшим, можно будет там 2-3 выстрела подряд сделать без всяких ожиданий. Ну а пока у нас проблемки. У автомата также есть альтернативный вид стрельбы. Это вот такая вот граната. Которая иногда бывает полезна. Так, ну вы видите, что я уже там в начале игры сложал. Ладно, никого не пропустил, и ладно. Пожалуй, на этот раз я прогрейжу все-таки автоматик. Ну и все. Больше, как всегда, ни на что не хватает. Вот, гэтлинг еще и все. Да, теперь точно все, на что хватает. Опа, мелкие пошли. Также здесь есть летающие монстры, но на этой карте их не должно быть, насколько я знаю. Ну что ж, молодым я улучшил свой автомат. Он должен мне помочь отбиться от этих орд монстров. Давай, 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 давай. Куда, 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 куда? Куда, погодите. Никуда нельзя, никуда не пущу. Черт. Я какой-то идиот. Сегодня. Ну ладно. Мы от этого все равно не помрем. Не смертельно. Какая-то первая уровня. Так, ну конечно, я больше ничего не улучшу. Ну ладно, гэтлинг улучшили. И черт с ним. Будем рассчитывать на больших мобов, которые легко целятся. Вот это вот, надо сказать, дряни такие довольно-таки мерзкие. Им лучше всего попадать непосредственно в глаз. Они очень крепкие. Вот поэтому-то я их и не люблю. Я чувствую, сейчас они окончательно пройдут. И я проиграю. Не, вроде пока что-то держимся, но да, начинает проходить все. Ах, вы гады, куда ж вы претесь-то? Зачем вам туда? Вы мне скажете. Вот зачем вам к этому долбанному ядру? Нет, что-то их чересчур много. Ну, очень прям чересчур много. Вот я снайпер, да? Damn it. Что? Что я не так сделал? Ну да, я зашел сам в телефон. Довольно приятное звуковое сопровождение, если вы слышите его. Такая энергичная, добрая, веселая музычка. Без какого-либо отношения к происходящему на экране, но мне нравится. Так послушать даже отдельно вполне можно, расслабиться. Неплохо и неплохо.
Ха, офигенно много мы денег получили, конечно, за этот раунд. Все из-за того, что я тут лажаю все больше и больше. Я думаю, что уже ничего не спасет мою шкуру. Вот, наши старые друзья идут. Попробую немножко утихомирить. На подходе. А, еще и перемешка. Ну, шикарно. Видимо, мы играем за девушку, я так понимаю. Судя по дикому ржачу, кого-то после трех банок яги. Выпитой школьницы. Да. И поругательством тоже. Короче говоря, судя по всему, абсолютно по всему. А ну стоять! Никому не дам пройти. Вроде убил всех. Перед самым заходом. Так, возвращаемся обратно. Даже боюсь представить, что будет дальше. У нас 20 монеток. И этого, конечно, ни на что не хватит. И вот гадайте, это я такой кривой или игра такая кривая? Скорее всего я, потому что я ни 100 лет в нее не играл. Я абсолютно все забыл, даже управление. Но игра мне напомнила настолько, что даже после нескольких месяцев без игры я ее решил показать вам, если вы еще сами ее, конечно, не видели. А если видели, я думаю, что ничего страшного в этом нет. Так, ладно. Улучшу башни, если что, буду валить все на них. 40 монет. А нам нужно 100 монет. Ну, честно говоря, пушки здесь стоит улучшать свои, потому что они очень сильно решают в битве. У нас наносит на обходных стадиях уровня чуть ли не большую часть урона. Вот посмотрите, он пробежал и все, ему вообще пофигу. Конечно, по нему палит еще все это пушка, но я боюсь, это ненадолго. Давай, помирай! Помиранец. Нет, я его уже здесь, по-моему, не вытащу. Да, я проиграл. Я проиграл, и с вашего позволения, дубль 2. Тогда уж. Так горько смотреть на их пиршество. Окей, давайте лоуд чекпоинт. Посмотрим, куда она нас забросит. Наверное, на предыдущую волну. Точнее, после волны. Твою мать, это самое начало. Ну ладно, чего я, в принципе... А нет, не самое начало. Возможно, стоит вот это вот продать. Правой кнопкой мыши. И... Например, вот это тоже продать. Оставить только две башни и... мою пушку проапгрейдить. Даже две пушки пускай будут проапгрейдены. Ладно, запускаем. Теперь моей винтовки два выстрела. Ай-яй, понятно. Значит, это не... не та волна, и это отлично, просто здорово, шикарно. Смотрите, насколько больше стало наносить наше оружие урона. И насколько дольше оно обходится без охлаждения. Но теперь вот эти вот проходят без всяких там затруднений. Так, мне надо перепортнуться.
Ладно. Сделаем риск. Сделаем риск. Жалко, что откат пушки нельзя прокачанный сделать. Так, посмотрим. Может быть, что-то еще мы можем построить, но нет, у нас всего 8 монет. Так что просто начинаем этот убийственный уровень снова. Замедляем его. Замедляем. Замедляем. Да, я тебя поборю, чувак. На этот раз сила на моей стороне. И справедливость тоже. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну кошмар, ну чуть-чуть не хватило. Ну как так? Ладно, давайте начнем уровень заново. Я его пройду и закончим на этом наш небольшой летсплей обзор. Прям мозговые нагрузки, как нам показывают эти монстры. Видео никакой не несет. Скорее сделано от нечего делать. Забыл сказать, что за время, в принципе, прошедшее с момента релиза этой игры, появилось громадное количество наиболее интересных претендентов, и я про них как-нибудь расскажу. Ну а пока... Так, почитаем, что тут у нас. Damage, так, 155 выстрелов 0,3 в секунду. Так, 20-10. Хорошо, ладно. Окей, сделаем так. Я, конечно, понимаю, что нехорошо одну и ту же лазерную установку, точнее, одну и ту же башню ставить. Надо на все случаи жизни, но мне кажется, что сейчас вроде достойно внимания. Это башня. Оп. Ну, вроде сработало. Пока что работает. Так. Следующий, пожалуйста. Разброс просто невероятный у первого уровня. Но вроде как-то справляется потихоньку. Ну вот начинает проходить. Следующий. Если я сейчас с одними и теми же башнями пройду, это означает, что никакого баланса у игры нет в помине. Похоже, это работает. Черт, я походу сгладил. Как же так? Ну ладно, это гораздо более удачный билд, согласитесь, чем в прошлый раз. Следующие. Так, язи поперлись.
против них ничего нету, что могло бы их устрашить по-настоящему. Да, вот моя лажа и произошла, собственно говоря. Я им практически ничего не наношу из урона. Конечно, конечно. Как вы думаете, мне сразу, да, мне сразу следует загрузить чекпоинт. Я думаю, против столь бронированных юнитов нужно поставить лазерную башню. Точнее эту, вот эту. 360 урона. Она должна быть более эффективной. Так, сейчас пойдут предыдущие мальки. И вот это меня пугает. Надо было оставить чертям сначала на эту волну. Да-да-да-да-да. Именно так. Да-да-да-да-да. Я опять сложал. Я забыл, что сейчас будет эта волна, а не та. Нет! Так не пойдет. Load checkpoint. Дубль 25. Все, после этой волны нужно будет поставить лазер. Давай! Карлики побежали. Опять перегрузка пушки. Так, и вот теперь мне нужно продать это. И поставить вот это. И то я здесь, по-моему, неправильно сделал, молясь. Надо лучше две поставить. Вот, теперь должно быть все зашибенно. Теперь точно никто не пройдет. Я так поплююсь из винтовки для вида, чтобы они знали, кому они пришли в гости. Посмотрим, как на них будет лазерка действовать. Да, они не пройдут. Черт, какой они не пройдут. Конечно, они пройдут. Им вообще пофиг, по-моему, на все. Меня это пугает, если честно. Ну что это? Вообще никакого внимания не обращает. Вот гад, а? Я еще промахиваюсь. Имейте совесть, уважение, а? Фу. Согласитесь, было довольно-таки напряженная битва. Так. Что у нас следующее-то пойдет? Мелкие и большие. Да, наверное, вот это. Прокачаем все, на что у нас хватит денег. У нас осталось 5 монет всего. Не уверен, что это. Хорошо, я думаю, что нужно было сейчас автомат прокачать лучше. Опаньки. По-моему, я
полной попоньки. Офигенно. Просто офигенно. Я, по-моему, сложал полностью. Не знаю ли, насколько мне помог бы автомат. Но он бы мне помог. Это и так понятно. Нет, ну куда вы, подождите меня. 69% мне года оставили. И делай с этим что хочешь. Ладно. Пушку прокачаю до 3-го уровня. Посмотрим на следующую волну. Вот, другое дело. Совершенно другое дело. Фига себе гора трупов. Посмотрите на это. Жуть. Абсолютная жуть. Так. Дэмэдж 60. О! Следующий дэмэдж 120. Круто. Может мне что продать? 45. А нужно 320. Это будет стоить 105. Это будет 105. Это будет 45. Не хватает. И пушка прогреет. Ну ладно. Я надеюсь, что мы и так протянем. У нас тут босяра. Так, я опять забываю все время использовать вовремя. Ну давай, не подведи меня. Нет, она меня подведет, я так понимаю. Да. Мистер Какашкевич, а? 235. Ну все, через уровень 4 моего автомата никто не пройдет живым. Давай. Я боюсь, что сейчас эти воздушные пойдут. От всех понемногу отбавлю. Эй, куда побежал, Карлитов? Не совсем оборвил. Да и тетка, по-моему, свихнулась. 275. А сколько там надо? 320. 45. 25, 325, 320. Ну, как раз. Насколько я могу понять. Да, в ноль уложился. Надеюсь, это пойдет мне на пользу. Я боюсь, что сейчас. Я не смотрю на то, какие мобы в следующей волне идут. Но нормально. Дикая смесь какая-то набралась. Но вроде моя суперкрутая все останавливает. Давай, еще немного. Еще немного. Фух. Автомат меня спас.
Так. 400 нужно на следующее. Так, 0,3 еще раз. Не знаю, давайте купим гэтлинг, что ли. Ну, или может для какой-нибудь мелочевки пригодится. Чувствую, я очень зря делаю, что не прокачиваю снайперку. А так вроде все в порядке. Фу, ну остывает. Мне кажется, из этой смертельной ловушки никто не выйдет. Хотя их много. Еще эти. Это же кошмар такой. Но, сдохни ты, сдохни. Отлично. Фух. Кошмар. Так, гэтлинг. Думаю, стоит еще один поставить. Это будет эффективнее, чем один прокачивать до максимума. Куда вы, господа, не рвитесь так. Будьте цивилизованными монстрами. Они хотят быть цивилизованными. Тупом. Нет, им души не мешают, мне показалось. А было бы круто, если бы они застревали в трупах своих же товарищей. Без проблем. Так. Ничего больше не проапгрейдить. Так, нельзя ли куда-нибудь еще здесь впилить? Да, жаль, нельзя. Ну и черт с вами, какой-то долгий уровень. Это не замечаете? 15-я волна, я не знаю, сколько ее будет еще. Опять босс, а? Что ж ты будешь делать? Два босса. А, они вообще какие-то слабые. А, не боссы. Это обычные чуваки. Ну, вроде как без напряга особо. Я, правда, ничего не вижу из-за этих тут валяющихся. Абсолютно ничего. Так, опять ни на что не хватает. Я улучшу свою винтовку тогда. Опять не посмотрел, что за мобы. Ага, опять щупальца летающие. У меня теперь есть винтовка, с которой я могу, в принципе, им поотнимать что-то. Но так будет легче, я думаю. Давай, детка, мочи. Больше мочи.
будем надеяться, что мой автоматик меня вытащит. Если это не так, то будет плохо. Блин, сколько прорвалось, а? Что-то мне это начинает подозрительно не нравится. Да, никуда я дальше уже не пройду, видимо. Что этот улучшал? Это улучшал. Сейчас будут эти рогалики ходячие. Сейчас мы им поможем. Не пройдешь. И ты не пройдешь. Так. Здесь придется немножко нахимичить. Лайтнинг. Должно помочь. Должно помочь. А как уж поможет или нет, не знаю. Хотя бы один из них замедлится. Тем не менее, мы прошли здесь, конечно. Но можно было и лучше это сделать. Я как-то не особо доволен. Так, следующие будут гигантские эти каталы и опять эти долбанутые щупальца. Черт, что ж так не везет. Ладно. Пока ничего улучшить нельзя. Лучше винтовку. Закончим.
кого-то они там положили. Кого-то положили куда-то. Ладно, я думаю, что хватит пока. Играть. Прошло 14 волн. Кое-как. С горем пополам. Я надеюсь, вам этого будет достаточно. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы поняли хотя бы, о чем примерно эта игра. И решили, стоит ли вам смотреть ее, кроме того, что вы увидели уже на экране мониторов на моем канале. Ну, а с вами был, как всегда, DOSKOS. Я надеюсь, что вам понравилось. Всем всего хорошего и всем пока.